Всем привет! Вы на канале Аннабель. Сегодня 14 апреля 2021 года. Я открыла свои крупнолистные гортензии. Одну аллею открыла. И на сегодняшний день вот оставила еще верхнее агроволокно. Внутреннее агроволокно убрала. Такие замечательные почки я вижу. Я только что открыла. И жду, пока просохнет. А еще что хочу сказать, что мне очень понравилось, как в этом году перезимовали крупнолистные метельчатые древовидные гортензии. За дуболистные пока еще ничего не могу сказать. Они еще не отходят, стоят. И в крупнолистных гортензиях вот так вот зимовали черенки. Отлично они выглядят. Вот такие почечки. Я их так нарезала. И замечательно. Все, почечки живые. Сейчас буду высаживать. То есть акустик с вот такими красивыми почками. Ну и, конечно, вот так вот выглядит вся грядочка. Все, что было укрыто, теперь осталось здесь, вся стружка, еще буду добавлять, потому что еще ж нужно будет удобрить эту грядочку. Все, всем спасибо, всем пока, встретимся в новом видео, пока-пока.